Нам позвонили сегодня и сообщили о выкинутых щенках возле магазина в Новоселках. Приют переполнен, у нас огромные долги, но оставить детей на проезжей части, а магазин находится с проезжей частью рядом, мы тоже не можем. И несмотря на то, что мы сейчас вот ездили с Валентиной в больницу, Валентина болеет, несмотря на это, мы сразу из больницы выехали, чтобы посмотреть, что происходит. Вот Новоселки мы подъезжаем, магазин «Магнит», вот сейчас будет с правой стороны. Едем смотреть, что там с щенками. Господи, ну что же это такое? Трое? Трое? О боже мой, они крошечные совсем. Ну понятно сами, но крошечные. Месяца по 2,5. Пуськи? Пуськи. Хорошенькие такие. И пуськи такие. Ну вот, магазин «Магнит» Новоселки. Вот такие, явно домашние. Домашние чистые дети. Это не бездомные. Чистые домашние дети. Вот так вот мы не умеем мы стерилизовать, зато мы умеем выкидывать. Вот сидят люди добрые. Я могу сказать только одно, еще нет осени, дачники не уехали. У нас уже полно животных. Вот. К магазину подкидывают, потому что кормить нечем. И, ну, как бы избавиться, могут стерилизовать. Да, стерилизовать не могут, потому что дороговато все-таки. Но нам тоже как бы это очень болит душа за них, поэтому ради бога, будьте людьми. Спасибо вам большое. Нам, помогайте приюту, да, честно. Доброго здоровья. Друзья, ну что, Лили, не хочешь мне одного дать? Или так и будешь в охапку нести? Ну, неси. У тебя хорошо получается. Да, дети? Они уже маленькие дети. Главное, что все девочки. Вот что страшно, ребята. Да. О, Господи, ребята, как же тяжко. Как же тяжко, что малышей продолжают бросать и бросать и бросать. Не хотят стерилизовать, ребята. Ну, как так можно? Ну, приюты не резиновые. Сколько же мы можем подбирать и подбирать? Ребята, невозможно спасти всех. Вы понимаете, на что вы обрекаете этих малышей? На постоянную жизнь, на все 15 лет в клетке, в вольере, в приюте. Потому что пристроить малышей, даже вот таких красивых, ребята, это невозможно. Слишком их много. Мои хорошие, я вас очень прошу, стерилизуйте ваших животных. Пожалуйста, стерилизуйте ваших животных. Лили, куда посадили? Дай посмотрю. Вот такие девчонки. Девчонки не боятся ничего, контактные, домашние. Там даже ни переноски, ничего нет. Сейчас пусть так доедут. Ну-ка, зайка, покажись. Стой, не падай, маленький. Так, у одного из детей гноится ранка на лбу. Сейчас приедем, обработаем. Да, скорее всего, это или прокол, потому что второго следа нету, значит, это не укус. Тихо, маленький, не упади. Тихо, стой, стой. Так, щенки приехали. Щенки уже сидят у нас за рулем. Рулим, рулим, пацаны. То есть девки. Рулим, девки. Рулим, девки. Рулим, девки. Так, все, да. Все, давайте малышу обрабатываем глазик. Ну-ка. Да, у него глазик гноится. Только осторожно, сейчас обработаем. Все, девочек приготовили? Все, девочек сажаем. Так, этого на перевязку. Лиля, ты берешь обработку, да? Хорошо. А мы смотрим, куда посадим малышей. Ох, ребята, этот гололед, конечно, очень тяжело ходить. Просто очень.
Подожди. Подожди, мне надо посмотреть. Что там? Открой мне, покажи. Открой. Так, дети. Где вода, корм? А корм где? А, есть и корм, и вода. Хорошо, все маленькое. Все мои красивые. Так, сено. Сено есть. Все, дети, пожалуйста. Открывай хорошо.